Зеленый цвет башкирского хоккея. Зеленое сердце, одним словом. Куда еще можно от этих слов уйти? Кстати, опережая события, скажу, что кроме песни «Невозможного нет», сегодня прозвучит, ну, естественно, обязательно песня «Мое зеленое сердце». Петь ее будет уже не Азам Атмуратов, а человек, который звучал и в эфире радиостанции «Спутник ФМ», и который звучит периодически на Уфа-арене. Да, перед каждым матчем показывали клип «Мое зеленое сердце» с Владимиром Антиповым в главной роли. Но вот сегодня сказали, будет премьера обновленного клипа. Это будет премьера не «Моего зеленого сердца», а «Невозможного нет». Невозможного нет. Итак, я вас поздравляю. Начинается церемония вручения золотых медалей команде «Салават Юлаев». Я еще раз повторюсь, это хореографическая композиция в исполнении артистов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Называется она «Башкортостан. Страна орлов». Режиссер сегодняшней церемонии Айдар Зубайдулин, художник Светлана Абдюшева. Мы чуть попозже расскажем о них более подробно. Не первый раз, не первый год они работают на подобных торжественных церемониях, на подобных театрализованных представлениях. Думаю, что зрителям и телезрителям, и зрителям, которые пришли в Уфа-арену, безумно интересно то, что происходит. На видеокубе Уфа-арены идут кадры и на вот этой вот огромной белой сфере, о которой мы вам уже говорили, идут кадры с природой нашего края, с ручьями, степями, кони, реки. Вся башкирская красота, все показывается сейчас на вот этих вот огромных экранах, на самом шаре вот этом вот, который используется 4 супермощных проектора, очень мощного светового потока. И на кубе Уфа-арены, чтобы все болельщики могли видеть со всех сторон. Как раз показывают нам эту сферу. Она размером в 6 метров. Ее специально именно для этой церемонии привезли из Москвы. Монтировать ее начали еще вчера утром. И вот только... позавчера уже начали монтировать. Вчера начали монтировать. И вот только сегодня она оказалась готова. И ребята, кто с ней работает, очень нежно к ней относятся. Национальный башкирский инструмент курай. Завораживающие мелодии. Показывают нам общий план Уфа-арены. Сами можете увидеть, какое огромное количество зрителей сегодня здесь находится. Давайте послушаем. Это всегда очень трепетно звучит. Итак, хореографическая композиция «Башкортостан. Страна орлов» подойдет к своему завершению. Затем вы увидите ансамбль «Мирас», который исполнит «Колокола России». А дальше, я думаю, все мы можем с вами спеть замечательную песню «Невозможного нет» вместе с Азаматом Муратовым. И посмотреть выступление спортсменов, которые будут ему в исполнении этой песни помогать. Хранит от века обычай дедов и отцов. Свобода – право человека, победа – гордость человека. И мы заслуживаем это. Башкортостан – страна орлов.
свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. Люблю, всем сердцем понимаю степей таинственную грусть. Люблю все то, что называют одним широким словом — Русь.